открой, скрипни дверцей. Живем с нелюбовью, с головной болью. Художник мой друг развелся, телевизор мерцает и бряцает. Привыкай, дружище, привыкай! Питание пожизненно духовной пищей. Искусство, твоя жизнь, дружище. Кисти пахнут гордой козой, проснуться, лишь дотронься рукой. О! Кисти пахнут гордой козой. О! Проснешься, дотронься рукой. Художник имеет право быть странным. Ему идет в обязанность быть печальным. Твой развод никому радости не принес. Откуда знаю, гонец от их жены донес. Люди всегда с готовностью к чести распространяют радостно дурные вести. Главный помощник в этом – телевидение. Орган правительства – это его видение. Правительственный орган. Ошибки правителей народу обходятся дорого. Вы не находите, от них нет избавления скорого. Многим приходится расплачиваться за них кровью. Ну скажу помягче, живем с нелюбовью, с головной болью. Лицо делает человека исключительным. Президент бывает весьма огорчительным. То, что лежит в глубине его глаз, его сердце, то и будет со страной. Открой! Скрипни дверцей!